Муса Бетеш Алпарат, эки мушкер тең кыргызстандык. Албетте Муса Юсупов буга чейин өзүн жакшы жагынан көрсөтүп келген мушкерлердин бири. Ошол эле Билдер Рахманбердин Нурсултан дагы бул мелдешке жакшы даярдыкта келгендигин биз угуп жүрөбүз. Демек бул эки мушкердин ортосунда боло турган эрөөл абдан бир мыкты деңгээлде өтөрү үчүн эми тек гана октагон көрсөтөт деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз. Нурсултан Рахманберди уулу буга чейин WEF Selection Pro Fight мелдештеринде өзүн жакшы жагынан көрсөтүп, анын натыйжасында мына бүгүн WEF Global же болбосо бүткүл дүйнөлүк кертаймаш федерациясынын эң бир негизги мелдешинде беттеш алып барууга мүмкүнчүлүк алууда. Буга чейин Нурсултан Рахманберди уулу жалпы 4 беттеш өткөрүп, анын 4-өсүндө тең жеңишке жетишкен жайы бар. Эми деңгээли жагынан ал беттештер бүгүнкүдөй эмес болгон. Атаандаштары дагы кайсы бир деңгээлде бүгүнкүдөй күчтүү эмес болчу деп айтсак дагы туура болот. Ал эми анын каршылашы Муса Юсупов дагы Шердокто өзүнүн жакшы бир орду бар, мыкты мушкерлердин бири. Демек эки кыргызстандык мушкердин ортосунда боло турган эрөөл биздин оюбузча кызыктуу өтүшү керек. Да, конечно. Ну, он, я про нашего практически говорю, выступал только на турнирах World MMA Federation. Выходил он в октагон против Руслана Шонова, Мирлана Нурисламулу, Джиргала Куланчбегулу. Пока что он идет с чистым рекордом, ну и сегодня постарается этот рекорд улучшить. Ну и его оппонент сейчас выйдет уже в октагон. Тот тоже в свое время выходил в октагон WEF, WEF Global 10 против Шукарбекова. Он уже успел выступить. И сейчас его второй оппонент из Кыргызстана. Сейчас выйдет на октагон. Мы пожелаем удачи, конечно, всем бойцам, всем боксерам, скажем так, борцам. Ну, вообще, это смешанный единоборств, все-таки здесь есть представители абсолютно, ну, почти всех таких боевых единоборств. И лучшие из них, наверное, будут демонстрировать и будут выигрывать. Ну, в свое время, конечно, когда создавался UFC, он создавался как именно турнир, в котором встречаются представители разных видов спорта. То есть не было такого понятия, как ММА. Были, например, каратисты против тайквондистов, боксеры против борцов, и там выяснялся победитель. Впоследствии, после какого-то продолжительного времени, этот вид спорта обрел огромную популярность, и вообще появился ММА, как вид спорта уже, смешанный единоборство, люди уже начали появляться, и на самом деле это очень круто, когда из какого-то маленькой организации, маленького чемпионата растет вот гигантская машина под названием вот ММА, и переросла на настоящий вид спорта. Ну и уже сейчас бойцы потихоньку выходят на октагон. Я думаю, сейчас кейдж-анонсер, официальный кейдж-анонсер этого турнира WEF полностью представит нам бойцов. Все же прям такой широкой информации для аудитории про них нет, к большому сожалению, наверное. Но я думаю, что после уже некоторых побед их, мы о них уже будем знать. Это будет на самом деле очень круто. Со временем все произойдет. Ну, бойцы, кстати, оба из Кыргызстана. Рахманберди Улу и Муса Юсупов. Весовая категория до 66 килограммов. Нужно это тоже отметить. О! Азыр эки мушкерди дагы бир жолу кененирээк тааныштыруу болот. Аны ортодогу бүгүнкү беттештин алып баруучусу жаратаарын дагы айтып берерин дагы белгилеп коюшубуз керек. И сегодня мы определим, кто же из них лучший.
весовой категории 67 килограмм. Справа от меня, в красном углу, боец весовой категории 67 килограмм. Его рост 172 сантиметра, ему 26 лет. Угу. Чемпион Кыргызской республики по грэпплингу. Чемпион Кыргызской республики Азии по смешанным единоборствам. Количество профессиональных боев. 4 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Клуб Кыргызстан, Ош. Тренер Байсалов Талант Кылыч Сархарбаев. Рахманберди Улу, Нурсултан. А буга чейин биз сиздерге белгилеп өткөндөй 4 беттеш 4 жеңиш абдан бир ишенимдүү мушкерлердин бири Ош шаарынан келген белгилүү Сайфулла Кайманаты менен белгилүү болгон Кылычбек Саркарбаевтин командасынан чыгып жаткандыгын дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Азыр мына анын атаандашы Муса Юсупов тууралуу дагы айтууда, анын дагы бир дагы жеңил узасы боло элек Стронг командасынын өкүлү болуп эсептелинет. Садык Ашировтун шакирти. Буга чейин Веф Глобал 9, Веф Глобал 10 мелдештеринде беттеш алып барып, анын баарында тең жеңүүчү болуп кайткан жай бар. Мынакей эки мушкер тең октагон ортосунда, 8 бурчтук ортосунда жана азыр ортодогу калыс Садык Ашировтун белгисинен соң бул беттеш башталат. Дагы биз кызыктуу беттешке ортоктош болобуз. Кайсы бир тарапка көрмандык кылуу биздин оюбузда жок, себеби эки мушкер тең Кыргызстандын намысын коргойт. Андыктан күчтүүсү жеңсин дагы эл аралык аренада, дал ошол күчтүүсү биздин намысты коргосун деп калмакчыбыз. Абсолютно верно. Ну, напомним, спорят они в полулегком весе. В этой своей категории гегемоном является Бусурман Кул Абдибей Тулу. И, может быть, как у кого-то из них когда-нибудь возможность будет встретиться с нашим именитым уже файтером, который уже, наверное, через некоторое время будет биться за пояс М1. Буйруса, конечно же. Но пока нужно вот в этом бою себя показать полностью. Это очень крупный, на самом деле, промоушен. ВЭФ имеет уже, можно сказать, большой авторитет на международной арене. Ну и эта весовая категория очень тяжелая для бойцов. Конкуренция огромнейшая, можно сказать. Но все же боец, который выбрал эту весовую категорию, обязан отвечать всем стандартам. Вот здесь, конечно же, мы видим качество грэпплера. Попытка есть, конечно, перевода в партер. И этот тейкдаун, конечно же, я думаю, засчитают. Ну и вот чемпион, кстати, Кыргызстана по грэпплингу нам об этом сообщил кейдж-анонсер этого турнира. И довольно ожидаемо сейчас, наверное, скорее всего, в партере будут некие попытки своего оппонента деклассировать. Но сейчас с этого положения абсолютно ничего нельзя извлечь. Удар есть в спину, но такие удары, конечно, вообще запрещены, наверное, нормам морали. Можно по печени, там, по почкам, но не так, как сделал это Муса Юсупов. Встает на ноги сейчас Муса. И еще один есть прекрасный перевод. То есть в партере себя полностью вальяжно чувствует. Ну, туда есть хороший сайдбаунд здесь. Если этот контроль, наверное, будет он исполнять, использовать довольно уверенно. И отсюда можно, наверное, уже что-то придумать. Ну, то есть там, вот, теперь уже есть full mount, то есть полнейший контроль. Хотя, смотрите, Муса Юсупов сразу идет вперед, то есть вырывается из этого положения. Но не удалось у него, скажем так, взять контроль спины. Или как его называют, back mount. Так, сейчас со стойки начинается, продолжается бой. Ну, наверное, по уже какой-то позже сложившимся стереотипам будет пытаться пройти в ноги Нурсултан. Но нужно, конечно, и стойку себя хорошо показывать, как это, например, делает чемпион именно этой весовой категории ВЭФ Мусурман Кул Абдибей Тулу. А кровь уже течет, кстати,
сноса Нурсултаном. И стойки, кстати, он уже пропускает. И пропускает не мало ударов. И довольно неожиданно здесь нырнул Муса Юсупов. И сразу же прошел ноги, но все же очень хорошо обороняется в этой ситуации Муса Юсупов. И не дает, не дает. То есть Руслан не дает контролировать свои ноги. О, азырынча беттеш ачык мүнөздө өтүүдө. Кайсырдан келген Муса Юсуповту биз гейткипер деп айтсак дагы туура болот. Ал Веф Глобал 9 ошол мезгилде 10 мелдештерин утуп алды. Эгерде бүгүн жеңишке жетише турган болсо, анын кийинки беттештери чемпиондук үчүн болуп калышы дагы ыктымал. Ал ортодо Рахман Берди уулу атаандашын өзүнө жолотпостон алыска аралыктан соккун узатууга аракеттенүүдө. Бул спорттун түрү бир аз башка спорттун түрлөрүнө салыштырмалуу ачыгыраак тейде өтөт. Башка спорттун түрлөрүндө эгерде кайсы бир жактан кан чыга турган болсо спортчулардан, анда сөзсүз түрдө беттеш убактылуу токтотулуп, канды тазалап алгандан кийин беттеш өнүгөт. Ал эми ММЭ-де баарыңыздар жакшы билесиздер, кызыл алоо тиле беттеш өткөрүүгө уруксат берилет. Болгону 5 мүнөт эрөөлдү алып барышы керек мушкерлер. Азыр кайрадан бутка кирүү аракети жогорку деңгээлде орун алган Муса Юсупов тарабынан. Андан кийин эмне болду? Жада калса боосу, ошол белдиги дагы бошоп кеткендей көрүнөт. Рахман Берди уулунуку. Эгерде баары жайында болсо, анда беттешти улантууга кайрадан ортодогу калыс белги берүүдө беттешти өткөрүүгө жана биринчи раунд жыйынтыкталды. 5 мүнөткө созулган эрөөлдө биз эки мушкердин тең мыкты аракеттерине ортоктош болдук. Азырынча кайсы бир мушкерди алдыда деп айтуу кыйын, себеби алгачкы мүнөттөрдө Рахман Берди уулу Нурсултан алдаганча атаандашына караганда мыктыраак күрөш алып баргандай көрүнгөн. Андан кийин демилгени колго алып Муса Юсупов дагы өзүнүн жакшы жагынан көрсөтүп, натыйжада эрөөл жогорку деңгээлде өтүүдө деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз. Азыр эми тыныгуу орун алат 1 мүнөткө чейин жана андан кийин мушкерлерди кайрадан биз ортодон көрөбүз. Ну, первый раунд, в принципе, нам дал некие уже картина о том, как будет продвигаться второй уже раунд, потому как в раунде номер один были хорошие попытки перевода в партер с оппонентом именно Нурсултана. Также хорошо себя показал в стойке Муса Юсупов. Ну и, наверное, скорее всего, в этом бою у нас будет, опять же, битва двух течений, битва двух философий. Хотя Муса Юсупов один раз уже постарался пройти в ноги, но у него, как мы помним, уже не получилось. Раунд номер два. Напомню, это рейтинговый бой. Нурсултан Рахман Бердиулу и его оппонент Муса Юсупов. Оба из, помним, Кыргызстана. В полулегком весе они выступают. Напомним. И это первый бой именно основного нашего карда. Так. Он, наверное, опять же пытается прощупать своего оппонента, потому что сразу же будет проход в ноги, но все это должно выглядеть максимально, наверное, неожиданно. А вот Муса Юсупов по ходу первого раунда уже понял, как, наверное, биться со своим оппонентом. По состоянию лица бойцов можно подумать, что проигрывает этот бой именно Нурсултан Рахманберди уулу. Покраснение, кстати, есть в области спины Муса Юсупова, но это все-таки из-за того, что он в партере был и в сетке тоже оказался один раз. А так, в принципе, таких прям повреждений у Муса Юсупова здесь нет. Отличный проход ноги. И, скорее всего, будет сейчас попытка тейкдауна, но
не удается это сделать. Контролирует сейчас спину очень уверенно Муса Юсупов. Прижимает своего оппонента к сетке сейчас Муса. Но опять же со стойки. То есть, вот видите, есть хорошие попытки именно борьбы в паттерне. Непонятно, зачем это нужно для Мусы Юсупова, потому что все же он понял, в паттере против оппонента своего сегодняшнего ловить нечего. Нужно стойки, нужно именно на ногах испытывать свое счастье. А вот в первом раунде у него это очень хорошо получилось. О, абдан жақшазыр сол қол менен Нұрстан Рахманберди улу атандашына тамай соқын ұзата алды. Анан кейін еме қайрадан бұтқа тұру ауалында бетте шулану да өзіңіздер көргенде өле Муса Юсупов бұл еркін күреш менен машығып жүрген мұшкер көрек бұтқа кіріп анан кейін ауалды партер ауалында беттешті партер ауалында өткөрүүгө аракетин жасоодо. Бирок ошол эле мезгилде Нурсултан Рахманберди уулу дагы алда канча сапаттуу эрөөлдү өткөрүп жаткандыгына ортоктош болуудабыз. Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайына келген көрөрмандардын саны арбын, алардын баары тең бүгүнкү беттеште кыргызстандык мушкерлерге беттештерде көрөрмандык кылышат. Себеби бүткүл дүйнөлүк глобал мелдеш болуп жаткандан кийин бул жакта эл аралык деңгээлдеги күчтүү мушкерлер күчтөрүн сынап жаткандыгын белгилеп коюшубуз керек. Дистанциядан сокку узатуу болгондо дагы колдун сырт тарабы менен узаткан, а бирок анын соккусу тактап айтсак нурсултандыкы атаандашына бул сапар таптакыр жеткен жок. Эгерде бул беттеште жеңишке жетише турган болсо кайсы бир мушкер, анда сөзсүз түрдө аларды жакынкы аралыкта биз башка орусиялыкпы же европалыкпы айтор чет өлкөлүк промоушендерден дагы көрүп калышыбыз толугу ыктымал. Экинчи раундду толугу менен Нурсултан Рахманберди уулу көзөмөлдөп жаткан кези, анын атаандашы канчалык мыкты греплер болбосун, азырынча мына өзүнө жолотпостон джеб соккулар менен дистанциядан абалды көзөмөлдөп өзүнө жаккан эрөөлдү өткөрүүдө деп айтсак дагы туура болот. Дагы бир мыкты сокку жана андан кийин Муса Юсупов атаандашынын бутуна жетпей калды. Юсуповдун ар бир чабуулу ушундай даярдалбагандай көрүнүүдө. Мындай аракеттерден качып Муса мүмкүн болсо толук кирип барышы шарт. Дагы бир жолу бутка кирүү. Ал ортодо бутка киргиге караганда бутка киргизбей коргонуу бул оңоюраак нерсе экендигин баарыңыздар жакшы билесиздер. Муса Юсупов менен Нурсултан Рахманберди уулунун абалын азыр мен салыштыруудамын. Кызыл буштан чыккан мушкер эч кандай бутка кирип атаандашын тейкдаун партер абалына алып келүүгө анын эч кандай ою жоктой көрүнүүдө. Ну и тут остается у нас буквально 15 секунд до конца второго раунда. Ну, все рейтинговые бои проходят в 3 раунда по... Закончился второй раунд. 5 минут. Ну вот так, в принципе, бойцы нам показывают очень хорошие. Уровень нужно, конечно, дать сутки. Пораньше нужно было это сделать, чтобы боец успел передохнуть. Для нас кажется, что вот за эти вот за эту минуту как можно отдохнуть, как можно набраться сил. На самом деле, когда ты бьешься в октагоне, когда ты проводишь очень такой интенсивный бой, каждая секунда отдыха, она прям равноценна глотку прям свежего воздуха где-то у нас там в горах, потому что так и есть. И бойцы должны быстро успеть восстановиться и сразу же выйти об октагона, в нашем случае остаться в нем и продолжить поединок. Уф, такие пощечины очень сильные, чтобы привести, наверное, себя делает секундант Рахманберди уулу Нурсултана. Бойцы в середину. Так, последний раунд, друзья, последний раунд сейчас начнется. Напомним, что это весовая категория до 66 килограммов.
Ну, полулегкий вес, если выражаться более проще, наверное. Рахманберди Улу. Он вот тот, что в красных трусах. Его оппонент Муса Юсупов. Тот, что в синем углу. И вот в серых таких серебряных трусах. Третий раунд, друзья, третий поехали. Третий раунд. Ну, очень обоюдно. По-уважительному относятся друг к другу. Бойцы, это, наверное, самое главное. Так. Очень хорошо дистанцию чувствует Муса Юсупов. Хотя без вот таких вот джебов. Тут пытается прочувствовать дистанцию Рахманберди Улу-Нурсултан. Этим вот боковыми ударами, этим вот крюками. Но они, как понятное дело, что не попадают по цели. Но, тем не менее, наверное, именно ради того, чтобы почувствовать дистанцию, работает таким вот образом Рахманберди Улу-Нурсултан. Хотя, может быть, как-то он рассчитывает на лаки панч. Скорее всего, второе, потому что вот удар он наносит сильный. А вот здесь вот он даже и немножко легонько так задел. Очень такой равнаштый лоу-кик получился, но уклонился от этого удара Рахманберди Улу-Нурсултан. Муса Юсупов пропускает удар. Ну, не так активно, кстати, раунд третий начинается. В принципе, такое ощущение, что что-то назревает. Такое прям что-то опасное, что-то интересное. Но до этого пока что мы не дошли. То есть не особо понятно, дошли ли удары или нет. Вот не нужно было, наверное, Муса Юсупову таким вот образом снова действовать. И он это быстренько понял. Нужно прессинговать, нужно постоянно двигаться, но сокращать дистанцию не нужно, потому что оппонент грэпплер, оппонент очень хорошо показывает себя в партере, и поэтому любыми способами нужно работать на дистанции. Хотя у Муса Юсупова даже этого не делает, сейчас рефери приходится призвать бойцов к некой активности. Без таких вот указаний бойцы сейчас могут и будет таким, в таком вот темпе завершить. О, биттеш, биртоп, кунарсыз жүрүүдө 3-чү раундка келип, Муса Юсупов бир аз активдүүрөк болсо болмок, себеби ал билет азыр атаандашынан артта келе жаткандыгын упайлар жаатында. Эми мен оюм боюнча азырынча Нурсултан Рахманберди уулу алдыда келүүдө, эми аны дагы тастыктап бере албайм. Эми анын баарын тең кайталап көрүп чыгыш керек болот тастыктоо үчүн. Эгерде чын эле менин оюм туура болсо анда сөзсүз түрдө Муса Юсупов өзүнүн секунданттары тарабынан кеп кеңешин алып активдүүрөөк кыймылга барышы шарт. Ошол эле мезгилде Нурсултан Рахманберди уулу атаандашын жолотпостон тескерисинче бутка тураб алынан мыкты беттештүү уланса болот. Азыр дистанциядан кезектеги соккуну Муса Юсупов жөнөттү жана ага менимче кезектеги керектүү упай жазылды деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз. Андан кызыктуу тейде өтүп жаткан учуруу 3-чү жыйынтыктоочу раундтун бүтөрүнө дагы болгону 1.5 мүнөттөй убакыт калгандыгын мушкерлер абдан жакшы билет. Кабаулу Кожомкул атындагы спорт сарайы мына бир жумадан бери кудайга шүгүр дешибиз керек спорттук иш чаралардын борборуна айланды. 6 күн күрөштүн түрлөрү боюнча Азия чемпионаты, андан кийин кечээ күнү грэплинг боюнча Азия чемпионаты өттү. Мына бүгүн эми ММА боюнча эл аралык WEF Global 11 мелдеши өтүп жаткан учуру. Мындан кийин дагы саамалыктар уланып концерттерге караганда спорттук иш чаралар көбүрөөк өтөт деген сенимибиз бар. Эми спорт ордосу өзүнүн атына жараша иш кылыш керек го деген эле ой. Конечно. Ал мезгилде биз темадан алыстабайлы. Беттештин бүтөрүнө 45 секундадай убакыт бар. Ал мезгилде тейкдаун абалын жаратууга Муса Юсуповдо мүмкүн болгон жок. Ошол эле мезгилде дагы бир керектүү соккуну узатууга Нурсултан Рахманберди уулу жол тапты.
Бираз болса дагы эме кызыл кийимчен мушкер өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, атаандашына караганда алдаганча бат-баттан кыймылдап мыкты беттешти көрсөтө баштады. Бул анын каршылашына тек гана минус экендигин биз сезип билип турабыз. Эң акыркы секундалар жүрүүдө жана Муса Юсуповко караганда бул жеңиш Нурсултан Рахманберди уулуна көбүрөөк керектей көрүнөт. На беттеш марасына жетти. Эсеп сандары канча деп биз азырынча айта албайбыз. Кимиси жеңишке жетишкендигин дагы 100% ишенимдүү түрдө айтуу кыйын. Бирок менин оюмча эми мен өзүмдүн акыйкаттуу реалдуу эле сөзүмдү айтуудамын. Муса Юсупов бул беттеште жеңишке жетишкен жок. Да. Я думаю, что вот эти тейкдауны в первом раунде они могут зарешать вообще в этом бою. Вот эти два их было. По Рахманберди он устроил. Именно за счет них Рахманберди мог выиграть. Первый раунд, наверное, он взял, второй какой-то был равный, а в третьем вообще ничего не понятно. Я думаю, что здесь кто-то мог даже дать ничью, наверное. Хотя, это уже не факт. Ну давайте не будем гадать пока что. Все же именно в подсчете ударов пока что мы не особо сильны. Я думаю, что со временем мы и с этим там разберемся, наверное. С подсчетом очков прям по ходу боя. Ну, а. Все приходит с опытом. Так. Сейчас оба бойца ждут решения. Напомню, что это первый бой сегодняшнего основного карда. Ну, до этого были три боя, по-моему, в мейн-карде. Так, кейдж-анонсер уже в октагоне. И там уже идет подсчет удачных действий бойцов. А это повторы. Собственно, уже в телеэкранах. Сразу с исполнением Нурсултана Рахманбердиулу здесь. Бойцы в середину. Был. Бойцов вызывает к середине. На середину. Об этом бою со счетом 2-1 раздельное решение. Ну, в принципе, вот и логично. Хотя вот не самая откровенная победа, не самая единогласная победа. Раздельным решением судей. Ола. На Калыстардын 3 калысты некөөсү Нурсултан Рахманберди уулуна бул беттеште жеңишке жеңиш берсе, ал эми бир калыс анын атаандашына Муса Юсуповко бергендигин көрө алдык. Муса азыр өзүнүн жеңилүүсүнө нааразыдай, бирок албетте спортто жеңишке жетүү үчүн ар качан активдүү кыймылдаш керек. Мындай пассивдүү беттеш менен жеңишке жетпей калдым деп таарынуунун өзү кайсы бир деңгээлде бир аз акылсыздык болуп калат. Биз жеңишке жетишкен мушкерди куттуктайбыз. Эми Нурсултан Рахманберди уулунун жаңы рекорду 5 беттеш 5 жеңиш. Бул албетте жакшы көрсөткүч, ал эми анын атаандашына сөз түрдөбүз кийинки мелдештерде ийгиликтерди каалайбыз. Андан ары жылабыз, урматтуу мекендештер. Алдыда дагы 12-13 беттеш бар. Трансляция.